Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Тень Колосса. В последней серии мы убили ящера, который ползал по стенам. И теперь у нас какое-то непонятное видение или что. Девушка, которую мы спасаем, поднялась? Нет, показалось. Уже 8 колоссов стоит над ним. Следующий враг это земля, где растут деревья. Он спит в озере, в кровати в озере, ну в колыбели, можно перевести. Разбуди его грубо. Хорошо. Конечно, хорошо и спокойно, но нам пора двигаться. Лошадка. Пойдем. Да, подниматься тут неудобно. Нужно именно вот сюда встать, постоять где-то секунду, и после этого он заберется на нее уже при нажатии этой кнопки. Чуть раньше и бесполезно. Так, ну что, пойдемте для начала посмотрим, что же нас ждет. Вот и наш следующий бой. Понятно. Совершенно непонятно, какое существо. Давайте посмотрим, что же нас ждет. Сейчас разберемся. Так, скакать нам нужно. Куда-то. Вон туда. В сторону непонятной пылевой бури. Что ж, пойдем. Здесь, по-моему, пропасти, мы не проскачем просто так. Я не уверен. Совершенно не помню это место. Так. Вот он, мостик. Да, местность тут, конечно, прикольная. Безлюдная, но очень круто сделано все. Так, надеюсь, этот босс будет большой, потому что предыдущий маленький. С маленькими как-то не особо интересно драться, они все-таки не колоссы ни разу вообще. Тут ящер в предыдущей серии, допустим, он размером чуть больше коровы был. Пафоса и эпика явно не доставало. Так, ну что, мы правда туда скачем? Ну да. Приятное, судя по всему, место, да? Ой, твою мать, извини, лошадь. Прости, пожалуйста. Я не видел. Тут сейчас опять так же, да? Так, ну может прыгнем? Может нормально будет? Не хочешь? Лошадка, ну что ж ты подводишь меня? И как же мне... Только не говоришь, что вот это все придется... Здоровье исполнять пока не нужно. Ладно, сейчас как-нибудь пролезем. Вот тут вроде как лошадь. Ну что ж ты останавливаешься, что?
Чуть что, на секунду просто повернешь, она уже норовит притормозить. В Red Dead Redemption. А, ну я вам уже говорил 100 раз. Поудобнее. Так, хорошо. Туда. Вот он, этот срез. Лошадь, скачи. И вот место, где все произойдет. Долина гейзеров. Так, хорошо. Прискакали. Наш враг ждет нас вот в этой пещере. Здесь растут деревья. И что-то шевелится в тенях. Да, это круто. Огромная черепаха. Что самое главное, огромная и бешеная черепаха. Лошадь, лошадь, лошадь. Не останавливайся, по нам уже лупят. Когда я увидел в первый раз, у меня просто челюсть выпала. Но суть в чем, нужно заманивать его на действующие гейзеры. Только брюхо у него хоть как-то не защищено. Да. Не самый приятный враг. Так, скачем, скачем. Давай, иди сюда. Да. Иди сюда, родная. Ну теперь-то он пошел, когда гейзер уже перестал бить. Сейчас мы покружим маленько, пусть он тут остается. Нам нужно, чтобы этот гейзер сработал прямо на него. Так. Немного промах. Иди сюда. Давай, давай, давай. Блин. Как это вообще? Почему оно не сработало на него? Окей. Все пошло не по плану, как обычно. Так, давай, мне понадобится лук. Пройди ты сюда вперед маленько. Вот сюда, давай. Вот, 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 пошло. Так, а теперь у него вот тут вот на пятках. Вот такие вот дела. Так, вторую тоже что ли надо? Похоже на то. Да, блин. Хорошо. Надо, значит, быстрее действовать. И лучше это делать не на лошади. Эта лошадь просто упорота. Она совершенно не слушается меня. Хорошо. Давай покрутим тут еще. Поднимет, нет? О, подняло. Так. Первый пошел. Второй пошел. Так, теперь. Что мы делаем теперь? Теперь он укатился. Круто, что? Успею, нет? Ему, по-моему, по пузу надо лезть.
Ох, ну эта музыка, это просто эпик, вообще очень круто. Брюхо волосатое. Я, правда, ничего не вижу в этой темноте. Давай, давай. Шо? Так, сейчас мне нужно, чтобы он перевернулся обратно. Да. Вот такая вот конструкция. Блин, ну в какой игре еще такое увидишь все-таки? Тихо-тихо, не падай. Спокойно. Что-то ему это совсем не понравилось, да? Так, а вон там волосатая поверхность. Можно будет схватиться. И постучать. Шо? Второй вошел. Третий вошел. Ох, теперь-то я уже никуда от тебя не отвяжусь. О, как ему это не нравится. А кому понравилось? Шо? Ну, давай уже, ну, последний. А нет, вот теперь будет точно последний. Давай, держимся. Сил еще хватает пока. До свидания. В общем, достаточно просто. Стоит догадаться, что с ним делать. Но размеры поражают, конечно, да? Офигительный просто босс. И довольно простой. Хотя я дико страшный. Полезла, как обычно. От этого никуда не деться. Вези меня домой, лошадка. Ну что, это был крутой бой, это был крутой босс, это было гораздо более интересно, чем предыдущий раз. Мне, честно говоря, не понравилось этот ящер совершенно. Серия была, по-моему, крутая. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.